Продлить домашний арест для ректора ИРГУ Андрея Минаева до 31 августа. С таким ходатайством обратился к суду следователь. Прокурор позицию поддержал. Как прозвучало в ходе заседания, нужно провести очные ставки со свидетелями, которые являются сотрудниками вуза. Еще требуется дополнительный срок для окончания расследования уголовного дела, поэтому и следствие просит продлить меры пресечения. Как установлено законом, законом ограничивается срок меры пресечения. В этой связи продлевается. Защита настаивала, все преподаватели уходят в отпуск, и повлиять на них Андрей Минаев никак не сможет. Сам подозреваемый сказал, сейчас распространяется нагрузка, и он нужен на рабочем месте. Напомню, Андрея Минаева задержали 1 апреля. В отношении него возбуждены 2 уголовных дела за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Как было установлено, руководство вуза готовилось к государственной аккредитации. Стремление получить расположение проверяющих лиц из Рособорнадзора и сыграло роковую роль. Руководство вуза подготовило распоряжение о поощрении работников университета. На эти цели был выделен 1 200 000 рублей. Часть этих средств планировалось использовать на так называемые представительские расходы, организацию приема по случаю приезда комиссии. Когда решался вопрос о мере пресечения для Минаева в советском суде, подозреваемого в тяжких преступлениях, проводили в зал под аплодисменты. Тогда суд вынес решение оставить Минаева под стражей, но адвокаты обжаловали это решение. Областной суд сменил меру на более мягкую. Под домашним арестом Андрей Минаев находился до 30 июня. На этом заседании суд принял решение еще раз продлить домашний арест Андрею Минаеву, на этот раз до 31 августа. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».